Итак, дорогие друзья, мы приехали на это прекрасное озеро Байкал. Мечта моего детства. Я по Байкалу хожу. Группа Умбелла. Вот тут такая вот нереальная красота. Нереально здорово. А Гошек там что-то боится. Что ты боишься? Что ты боишься? Что ты ерзаешь? Можно, кстати, даже на снегоходе прокатиться, но, наверное, это чьи-то. Ребята, представляете? Самое большое озеро в мире. Озеро Байкал. И вот оно возле моих ног. Конечно, оно обледеневшее, ничего не могу сказать. Но оно, вот оно. Кто-то вон на воздушных подушках прет. Кто-то круто прет на воздушных подушках. Вау, гонит на воздушной подушке. А чё? Трещит, да, говоришь, лед? Вот она граница. Вот она граница Байкала. А вот и ледик сам, собственно, а? По Байкальчику-то. Байкальчик. Присядочка. Байкальский ледик. Снегоходы. Интересно, за снегоходы это стоит. Вот сюда вот зайди, там здесь стрёмно. Вот сюда просто так. Он начинает типа на снег хрустеть. Да ладно, что-то хрустеть. Чувак! Вокруг просто нереально. Давай! Дай-ка джазу! Дай-ка джазу! Детка, затанцуй-ка как надо! Скретч-мастер! Горы! А вон там вдалеке какие-то нереальные горы. Нереальные горы. Вот она, где сила вся, люди. В природе. Братуха, снегоходы бесхозные стоят. Да ладно. Ну, ничьи. Ничьи? Ну вот никого нет рядом, чьи это снегоходы. Я сейчас хотел поинтересоваться. Представляешь? Нифига себе. Вот это да. Нереально огромная. Два дебила – это сила, я хочу сказать. А вон, дорогие друзья, и кусочек смога мы увидим. Кусочек смога все-таки присутствует на Байкале. Посмотрите на этого дебила. Посмотрите на этих дебилов. Что они творят? Они радуются. Это не люди, это просто дебилы какие-то. А интересно, тут есть психушка где-нибудь недалеко, чтобы их упрятать хотя бы до концерта? Да, вот на концерте это и будет. Да, на концерте? Это там. Да, ну красота нереальная, да? Вообще. Просто нереально. Я тебе говорю, у меня...